Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Играем Чужие против Хищника 2. Так. Одиночная игра. Так. За Чужого мы проиграли. Теперь за Хищника. Блин. Ну давайте. О. А, это его, ну это. Как он смотрит? Все понятно. Давайте. О. Только тихо там. Так, планета джунглей, исследовательская база. Шкуру уже сняли с кого-то. Опа. О. У меня заряд это бесконечный, поди. Потому что я не видел, чтобы они кончались у него в фильме. Разметало. Ну, я думаю, это нечестно. Он должен быть где-то здесь. Нужен медик, срочно. Что, выжил, что ли? Охота. Так, ну это наш корабль. Хищников прибыл. Минутой позже. Место. Передовые башни. Отдел наблюдения за ксеноморфами. Боль не сделает вас эффективнее. Генерал Рыков, я снова зафиксировал это. Похоже на термальную аномалию. Метеорит? Никак нет. Оно замедляется, меняет курс. Участвует Зета. У нас есть удаленная хрень какая-то. Хорошо, дайте на экран. Да, интересно, зачем такой нос вот ему? Иван, call the containment team. Вызови команду сдерживания. Yes, да, сэр. Иван. Это что, русский топ, что ли, опять? Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим сначала управление хищника. Использовать следующее оружие, предыдущее оружие, перезарядка приблизить. Ну, это ладно, отдалить, охрен с ним. Генератор заряда. Ага. H, невидимость, C. Возврат диска G. Ух ты, господи. Наручные лезвия, так, комби-копье, пистолет, копье-пушка, плазмомет, диск, ловчая сеть, бомба с ДУ, последнее оружие, господи, ни хрена у него там. Так, устак, медкомплектов, ТЖ, а где это, ага. Господи, рассеять энергию тебе. Ну, давайте смотреть, что у меня. Это обучающее сообщение. Вы можете отключить такие сообщения на экране игры. Да, обучающее сообщение показывает о том, как играть. Они сейчас через 20 секунд, если можно так. Так, это вот у меня копье. Нет, это у меня ружье. Так, это невидимость. Есть. Так, из оружия у меня пока нету. Что у меня тут есть? Так. Аж. Ага. Так. С
помощью маскировочного устройства вы можете маскироваться по умолчанию C так долго, пока у вас не кончится энергия. Полоска справа. Так, активная маскировка отнимает умеренное количество энергии. Сама работа устройства расходует мало. Понятно. Так. Ну, давайте посмотрим, кстати, что у меня... Ну, сохранилось, наверное, зеленым. Пойму. Ваша маска представляет вам 4 режима ведения. Второй режим из них термальный, отслеживать людей, чтобы использовать так, наводящееся оружие против людей, плазмомет и диск. Используйте режим термального зрения. Менять режимы можно с помощью так. Вот это мы знаем. Вот он. Вот это по поводу людей. Так. Так, вы можете собирать трофеи, расширяя ваших врагов, если вы делаете это с помощью копье пушки. Так, собрав всю свою силу, хищник могут прыгать почти на 20 фунтов в высоту. Присядьте, чтобы собрать силы, затем нажмите клавишу. Вам необходимо восстановить силы в течение нескольких секунд, прежде чем вы сможете прыгать снова. Так, ладно. Зеленый, как я и говорил. Всех. А вот все понятно. Так, сюда. Ага, наружное лезвие. Вот так. Так. Что я могу с них вырвать? Ладно. Ага. Это маленько не то. Так, а как мне энергию-то восполнить? Жизни-то ладно, мы найдем, как восполнить. А энергию-то как? Сама должна восполняться.
Так. Так, сюда мне нельзя наступать. Понятненько. Это вот что за хрень? Не понял, а ты что здесь делаешь? Использовать копье, чтобы расчленять ваших врагов. Огонь махнуть копьем, горизонтально, альт-огонь махнуть вертикально. Вот так вот. Понятненько. Ну-ка, вон там еще кто-то стоит или что? Трофеи и тому подобное что-то собирали. Так, сюда. Здесь у нас что? Ничегошеньки. Ладно. Посмотрим, где мы тут. Так. С помощью медкомплекта вы можете лечиться. Нажмите клавишу мед по умолчанию. Так, для лечения использовать медкомплект требует половину максимального запаса вашей энергии. Если у вас недостаточно энергии, то вы не сможете использовать медкомплект. Я не могу использовать. Но это не медкомплект. Ага. Там, наверное, роботов надо вычислять еще. Упал. Они у меня в поле зрения-то никак не фигурируют, растения эти. Понятненько. Экс. Вот так. Давай. Вон там. Есть, двое. Так, теперь давайте собирать. Так.
что такое я делаю? Что-то непонятненько, ладно. Вот сюда. Так. Как это все восполняется, пока не знаю. Плавание или хождение по воде вызывает короткое замыкание ваше маскирующее устройство, деактивируя ее. Ага. Блин. Загрузить. Загружаю. Movement. Where? Блин. Так вы меня ни хрена загасите-то? Блин, это все из-за того, что хреновенько я себя чувствую. Так, ладно. Первого выстрела. Movement. Where? From that cave. Вот так. Подождите, сохранимся. Так. Давай. Дерем комплект у меня. По умолчанию г. Нет, вот у меня вот это вот есть, только я не знаю, что это такое. Ну-ка, давайте посмотрим, что у меня на аж управление. Хищник. Так. Генератор заряда. И что-то мне. Так, нажмите вот или щелкните. Так, это не то. Невидимость. Так. Комби копье, так, пистолет, плазменный диск, бомба, последнее оружие, устройство, так, рассеиватель энергии, Т, Ж. Это ни хрена мне. О.
Вот так вот. Оказывается, надо просто было еще этот энергии себе бахнуть. Все понятно. Это на Т энергии себе добавляешь. Где второй? Так, вы можете бросить диск непосредственно во врага, а можете использовать соответствующий режим введения и навести диск на цель в любое время в течение полета. Диск вы можете вернуть его с помощью клавиши возврата диска по умолчанию F. Блять, не успел прочитать. Как мне его? Так, диск-то мне дали. Ага, все. Понятненько, как это все делается. Я хочу. Вот так. Еще что-то. Опа, поправили здоровье. Сохрани. Я почти что неуязвимый тогда получается. Ага, понятно, значит в этом режиме он будет кидать так, а так я буду кидать сам. Вот и собственно вся разница. Нет, я сначала сюда скажу. Так. Вот так, блин, я даже не знаю, куда надо сохранить. Ну давайте-ка туда сначала сходим, к термальным. Посмотрим, что здесь. Вашим общником энергии вы можете быстро восстановить уровень энергии. Да, это мы уже знаем.
Не теряйте бдительность. А вот что-то не пойму, мне вниз туда надо было или сюда? В каком направлении там мне двигаться? Да блин. Так, давайте-ка я на базу туда схожу. Посмотрим, что там. А то меня любопытство давит. Что там может быть? Потом уже сюда поднимемся. Так, прыгать я не буду, все-таки я не сумасшедший. Безумный, да? Но не сумасшедший. Так. Интересно, а копье я вообще кинуть могу? Термальные источники. Что здесь? Ничего не вижу такого. Что вы тут охраняли бы? Я так еще бумажки могу собирать, что ли? Вам пришлось оставить попытки добраться до сегодня, так чувствую вину. Блин, я-то думал, хищнику-то зачем эти бумажки? Разбросаны везде. Я даже читать их не буду. Потому что история должна быть только у морпеха в этих бумажках. Я так считаю. Хотя там в этих бумажках есть отсылка на то, что когда-то тут что-то 15 лет назад было. Я уж не помню толком. Но помню, что отсылка есть такая. Но там, по-моему, даже на первую часть отсылка. Ну, по крайней мере, узнали, что там такое. Идем. А стреляют я по энергии, да, тоже? Ой. Зачем я это стрелял? А, наверное, черепа собираю, вот это и стреляю. Он на черепом появился.
Она как бы то ни было. Сохраним. Он тебя счет. Где ты? Последний. Ну давай, я ради тебя только здесь сейчас ползаю. Не хочешь, да? Показываться. Ладно. Я запомнил. Браво, связь с командой. Не успел собрать. Ладно. Чужих тоже пока не вижу. Чужих не вижу. Блин. Все эти передряги. Дело в том, что чужие там могут быть и наверху. Вода. На. На, убил. А это главарь был еще. Господи. Нормально справился я с ним. Так, место каньон. 2 километра к югу от передовых башен наблюдения. Так, это хищников они тащат. Мертвых.
Ладно. Поехали. Цели обновлены. За похищенными членами вашей группы. Загашу вас, падла. Так, ну-ка, не понимаю, маленечко. Нам сюда надо. Входим, посмотрим. Что-то черепушки заново собираешь, что ли? Как-то я неправильно иду, или куда мне надо идти вообще? Так, там вот я их расхренакал, оттуда вышел. Если по всем правилам идти, то я должен вообще вот туда идти. Они же туда утащили. Ну и сзади тоже были какие-то. Ну давайте посмотрим, что у нас сзади сначала тогда. Жутко интересно, что у нас там находится. Вон какие-то людишки стоят. Восполнил энергию. Вот это вот. Я хочу узнать, что такое.
и убежал. Ты не можешь провернуться, да? Так. Башку срезал, да, ему? Вот так. Сюда. Где вы? Давай, где? Кто еще остался? С пулеметами, главное, тут все охраняли-то еще. База. Пройти. А для чего тогда эти охотничьи угодья здесь были? Так. Собрал. Видимо, как для тренировки, что ли, так думаю. А значит, нахрена они здесь нужны были?
пещеру не попасть, за мне видно было, что они не сюда тащат. Так, пойдем, для увеселения сделали площадку. Ладно. Будем смотреть далее. Мини-тренировочка прошла. Кто бы еще эти отчеты бы знал бы, как они формируются. Туда и надо было, что ли, так получается? Или как? Он из той пещеры, я смотрел сюда, как машина уезжает. Так, ладно. Идем. Не понимаю. Так, получается, я тогда правильно пришел туда? Сюда не надо было идти первоначально, да? Так. Немного бред какой-то. Получается, они сразу туда и шел бы. На машине они вот так вот проехали. Сюда, сюда. Там поверху-то никак не пройти, нет, не пройти. Блин, жалко, что копьем нельзя кидаться. Но, наверное, у него урон большой. Как помню, хищником-то было, он с одного удара башку сносил. Так вот, оп, и все. А вон, сразу-то я не заметил, он язык тролля торчит. Вот так вот, вот он, блин. Хотел предупредить. До конца, ладно. Так.
О, как хорошо. Последний остался. Блин. Неправильно уничтожил его. Пополним энергию. Так. Ага, вот так вот надо опять, да? Или что, скакать? Или дверь надо найти правильно? Так, враги-то все побеждены. Я откуда? Оттуда пришел. Оттуда пришел. Вот сюда. Вот сюда. Идем, идем, да. Сохраняемся. Почаще. Это люди, потому что хищники, они чужие, они потому что тупые животные, не имеющие инфраструктуры. А мы разумные существа. Добулькался. Блин, блин, они меня разоблачили как-то. Видимо, находить смогут уже. Вот так вот. И киборга ухренакали.
Давай, давай, возвращайся ко мне. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, поднимайся. Вот так вот. Восстанавливаем энергию, восстанавливаем жизни. Это половинка всего осталось. Так, значит, киборги уже появились. А у киборгов-то голову я могу взять, нет? Так, проследуйте за похищенными членами вашего клана. Ну отсюда я прибыл. Пулемет. Хорошая вещь, кстати. Я не понял. Сильно быстро перелез или что? Ага. Вон куда мне надо. Так. Да ё-моё. Блин, запрыгнешь. Сюда-сюда. Да не сюда, подожди. Где там? Вот здесь. Оп. Воля. Залезли, залезли. Опс. Прошли. Нарушитель. 1 декабря. А, кстати, все вот на этом, и морпех, и чужой, и хищник, все здесь побывали. Так что, оп, сейчас поднимут ее.
площадку. Так, а мы смотрим, наблюдаем. Снайпера. Спасите членов вашего клана, используйте лифт людей, чтобы следовать за своей командой. Опасайтесь воды, она временно отключит вашу маскировку. Ну хорошо. Ни хрена себе. Ладно. Пулемет, что, меня разоблачают сразу, что ли? Front of a security camera. Why does the corporation even bother with mercenaries? We can handle this. High ground. I have a target. Fire support. High ground. What is it? I have a target. Roger. Nah. Вот так. Так. Сейчас попробую еще вон того забрать. Ага, мне бы вот сюда бы на лифт попасть. Ой, на лифт. В будку. Ну, кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет? Конечно, ну ладно. Я думал, на себя пушки можно как-то перенастроить. Ну, как понимаю, нет. Thank you.
Здесь у меня сейчас проблемка может быть. Ага. А тех, значит, не убить. Или убить. Или убить. Вот в чем вопрос. Так, вот так я должен преодолевать здесь. Вот так вот. Вот так вот. Собрал всех, кого можно. Правда, этих свышек не смог собрать. Хотя уверен, можно было. Так, а здесь я морпехом гасил этого. Ладно. Обстреливать. Это уже хорошо. А где у меня сеть-то? Вот так. Морпехом-то я вот там отстрелился, они вот здесь вот стояли. Потом там босс еще был, я его ракетами хренакал. Понятно. Все-таки как-то надо наверх надо как, потому что иначе бы эти выступы не были бы здесь. Раз внизу я ничего не нашел. О. Так. Initiate.
Не понял. Смотри, как я могу. Прямо под вами все это делаю. Я запомнил вас. Охренеть. С одного выстрела. Ладно. Или с одного выстрела, потому что я-то был нездоров. Ладно, сейчас поправим это дело. Охренеть. То есть мне ее не достать бы было бы. Ага, вон еще и робот. При всем при этом. Так. Пополняем здоровье. Сохранимся. Чтоб нас сразу-то не увидели. Я думаю, ты заблудился, мой друг. Двадцать лет в моих кошмарах тебе стоит многое возместить. Что-то я не понял, меня убили, что ли? Поймали или что? Я сохраню это в качестве трофея. Ваше лекарство. Not yet. Еще рано. Sir, that's three. Сэр, это третий. Теперь right? Мы в безопасности. For now. Пока могут быть другие. There may be others. А, так смотрите-ка, правильно, оно так и должно было быть. В любом случае. Неожиданные союзники. А, это я, получается, в этом находился-то все время, когда я это, в киборгом был. Я на него, ой, киборгом, человеком был, пехотинцем, я смотрел на него, мимо проходил.
Когда чужим был, тоже смотрел. Охренеть, вот оно как, без вашей маски вы не можете видеть в разных диапазонах. Вот он, кстати, меня вниз-то и отправил тогда. Естественно, у меня больше пока ничего нету. Ну, пока сначала вниз вы посмотрите. Так. О. А это-то осталось. Они с руки-то снять не смогли. Система безопасности отключена. Без генератора маскировочного поля вы не можете маскироваться, независимо от того, сколько у вас энергии. Найдите его, чтобы установить способность маскировки. Этим сейчас и будем заниматься. Так. Вот опять расследование несчастного случая. Меня не это интересует. Я где-то, по идее, здесь должен, да, их встречать буду. Или это для чужого там проход? Так, ладно. Есть один путь только, да, вниз. Anything? Ты не слышал? Not yet. Just stay alert. Don't worry. I don't like this. Ну, пока неплохо. Я все тут попорчу, чтобы он... Хрен нас там. Куда вы меня ведете? Куда тут?
Вот. Так, мне вот это. А это открылось? Нет, видимо, просто от морпеха осталось. Так. Это все мудрёнее и мудрёнее. Или подлечиться не могу. Так, чтобы бросить дистанционную бомбу, нажмите огонь. Затем, чтобы детонировать ее, нажмите Alt огонь по умолчанию правой кнопки мыши. Если ждать слишком долго, дистанционная бомба взорвется автоматически. А у меня что, они бесконечные, что ли? Что-то сомневаюсь. Так. Это как-нибудь питаться надо. Ладно. С тебя. Так, с помощью сетевой пушки вы можете ловить своих врагов. Для быстрого освобождения им придется разрезать сеть с помощью ножа, наручных лезвий или когтей, иначе им придется медленно выпутываться. Не давайте им времени, режьте их на мелкие кусочки. Это опять какой-то планшет. Сети, как понимаю, тоже ограничены. А откуда вы? Кто? Вас убили. Next.
Даже не знаю, ну-ка сохранить игру. Маленько подзапутался. Здесь же у нас больше ничего нету. Это круговая получилась. Да нет, вроде ничего. Все. Вон, лесенка есть. Куда выхожу-то? Опа. Так, верните оружие вашего клана, найдите генератор поля невидимости, покиньте башню. Ну да, это мне-то надо срочно. Мне вообще, по идее, генератор нужен, мне потому что... That shit up. Come on, who would design something that stupid? It's a jury rig system we salvaged from Pod 5. Так. So, if I turn these two valves. Ну вот так вот. Даже голову собрал. А неплохо. Смотрите-ка. Головы остались. Где она? Поверну два вентиля. Так. Ну, так, 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 блин. Якобы должен был сверху на них напасть, да? Подождите. Вот отсюда бы как бы. Они там шли, а я бы посюда бы прошел. Да? Как они себе это представляли? Так бы я шел. Так, примечание. Поразительное детальное исследование режущей кромки показало, что оно изготовлено неизвестным способом, магнитно подвешенным моноволокном.
было моим первым предположением, но это похоже на что-то больше, чем бы оно ни было, но этим можно резать сталь. Вот. Найдите генератор поля невидимости. Так, найдите генератор поля невидимости. Получается, невидимость я уже нашел. Ва. Так, верните оружие вашего клана. Покиньте башню-то. Ничего нету. Интересно, интересно. А если бы я сюда не зашел, я бы без копья потом бегал в итоге-то. По итогу. Ой-ой-ой. Так, дорогой Поло, что я смог найти. Похоже, что когда-то наш генерал был морпехом, я накопал немного файлов в сети. О! Плазмомет — самое универсальное оружие хищника. В режиме обычного видения оружие стреляет направленными шарами плазмы. В соответствующем режиме видения оружие наводится на ближайшую цель и отслеживает ее, увеличивая повреждения плазмометом. Удерживая огонь, тогда оружие выстрелит при отпускании. Удерживая альт огонь, позволяет выстрелить накопленной энергией. Ладно, мы взяли более лучшее нечто. Вот так. Сохрани. Итак, получается, они, подождите, они к башке даже что-то присоединили, там провода какие-то. А я что, разве не могу голову забрать? Им не надо трупы эти оставлять. Зачем? Пусть тупое человечество будет. Куда-то вниз можно, да? А потом оттуда хрен выйдешь. Ожидание команды. Так, минутку. Нет. А вот и главный мой генератор энергии. Чуть не ушел без него. Еще одну черепушку забрал. Сохрани. Так.
Прекрасно. Так. Смотрим, как всегда, здесь. Бесполезную нишу. Хотя нет, смотрите-ка, что-то полезное было. Или себе присвоить, да? Да. Сам пришел. Зачем вы мои технологии? Вы же все равно тупые. Это опять ни к чему не относится. Он, пойми, это мудак. О. Все понятненько, что с вами там. Восполню свое здоровье. Срать я на тебя хотел. Понял. Так, что мы тут делаем? Неплохо, неплохо продвинулся. Ваши отряды все еще не вышли на позиции. Я не потерплю нарушения особо 12 генерал Рыков. Или, может, вы не поняли мои приказы? Я все понял. Сети новостей очень заинтересовались бы вашим досье. Вы как не считаете? Шантаж может купить мое молчание, но не жизнь моих людей. А теперь прошу прощения, у меня другие дела. I have other matters to attend to. Am I seeing things? Weird, I thought I saw something. Hurry up and get this APC refueled and rearmed. Понятно. Блин, пока рассматривал. Так.
А и не сохранился. Ну вот, вот беда, вот проблемка. Ладно. Зато сейчас знаем, как поступить. Up, APC так. И вот теперь... Да нет. Не это я хочу использовать. Вот. Ой. Мать его. Где моя рыболовная сеть? Так. Нет. Нет. Вот она. Где-то второй киборг должен быть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А диск, диска у меня нет, я диск где-то не взял. Охренеть. Понятно. Спокойно, товарищи. Охренеть. Да. Who's banging around in there? Блин.
Ну ладно. Тут какие-то основные непонятки. А, киборги-то меня видят. Блин. Да как нужно? Вот посюда идти надо. Это точно. Но я ж тебя бил. Почему не убил-то? Хрена я там наворотил дел. Так. Охренеть, одной бомбой. У меня еще записано. Ладно. Мне надо как-то их загасить как-то. Теперь можно и поговорить с этим телом. Блин, ни хрена вас. Ладно. Тогда на моих условиях будем говорить. Так ни хрена себе гасить это хорошенько, хорошечно, я бы даже сказал. Не понял, как у меня так, надо оттуда как-то свалить что ли или что. Охренеть.
А куда мне здесь? Вас убили. Как понимаю, тут нигде не спрятаться от этого. Итак, кто-то тут. Так, надо сохранить, перезагрузить, пересохранить вот эту, потому что как-то там неправильно. Так. Загрузить. Так. Где у меня? Блин. Подзарядимся. Так. Какие у меня тут есть примочки еще? Здесь мы разбили. Так, пока идем нормально. Так. Пополняем энергию. Блин, сохраняем, сохраняем почаще, потому что, блин, я тут закосячил раз. Всех летом. Давайте смотреть, как я справился со своей задачей. О, а того, которого разнесло, так голова-то осталась, нет? Или, блин, остается голова только, которую я срезал.
Проверим. Голову собрал. Так, а вот теперь сохраняемся, и мы сейчас пройдем наконец этот уровень. Вот так вот. Десантный корабль один, остановитесь немедленно. Десантный корабль. Спасибо, что подобрали меня. Потому что, блин, как видите, если бочки взрываете, нахрен, потом туда уже хрен попадешь. Даже на пролом не поможет. Они тебя, суки, гасят. Он прошел через сеть ловушек. Простите меня, это слабость. Отвратительно. Нет, мы тебя не прощаем. Нужно было принять больше мер предосторожности. Ты выполняла задание. Нормально все. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Так, а я пока сохраню игру.